Влад Кадони отлично троллит новую пару, а Пенченко и Козлова, считают зрители «Дома-2». Влад Кадони показал высокий уровень троллинга на лобном месте, поздравляя пару Михаила Козлова и Алены Опенченко с первым поцелуем. Хоть до мастерства Николая Должанского в этом деле Алене еще далеко, несмотря на ее успехи в деле шокирующих поцелуев, Кадони повеселился от души. Ведь только накануне покинул проект Никита Балыкин, как у пары вспыхнули пламенные чувства, сопровождаемые неистовой страстью. Не помогают Алене Опенченко теперь признания в новой любви к Мише Козлову, ведь с такой же настойчивостью она доказывала свою искренность и предшествующему кавалеру.